Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов провел развод сил полиции, которым предстоит заступить на усиленное дежурство в период подготовки и проведения республиканского референдума. В Петропавловске общественную безопасность на 97 избирательных участках будут обеспечивать посменно около 300 полицейских. До них довели оперативную обстановку на участках, зачитали инструкции. Со 2 по 9 октября включительно стражи правопорядка несут службу в усиленном режиме. Генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов проверил внешний вид сотрудников, снаряжение, документы, видеорегистратор. Также он напомнил личному составу о высокой ответственности перед государством и народом за проведение на должном уровне мероприятия республиканского масштаба.